меня там еще такая история была, то что я сломала сначала руку, а потом поехала на спартакиаду и сломала там ногу. То есть, а потом училась заново ходить, потом заново кататься, и у меня прыжки все растерялись. Вот. И мама не была рядышком, чтобы поддержала. Поддерживала только по телефону. Я живу здесь с бабушкой. То есть вся моя семья в Ижевске. Это тяжело, конечно, но сейчас уже я знаю свою цель в жизни. Я знаю то, что если я чего-то добьюсь в фигурном катании, то я тем самым помогаю своим родителям.